Женщины севера моются раз в три месяца. Это правда? Не давайте ему продохнуть! Нам должно быть с небес посланы. Геральт, спасибо за все. Thank you.
Ну, у тебя как творог белый, а я бы творогу поел. Ой, поел бы. А ты когда-нибудь кору с деревьев жрал? У меня от нее уже из жопы щепки лезут. Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. Чего тут крутитесь? Кровавый барон. Сперва возьми. Потом... Добро. Ох, не к добру. Говорят, хозяйки добрые, хозяйки милостивые. Мама, не столько доверия. Thank you.
Плотва не так быстро. Это вы оскверняете святилище в Велине? А тебе что до этого? Вы кто такие? Мы вестники молний. Тяжелые капли грозовых туч. И молния эта зовется сверхчеловеком. Местные говорят, что боги недовольны. Вы-то и гнева не боитесь? Гнева богов? Ха, боги умерли. Мы лишь устраняем их разлагающиеся останки, тлеющие угли предрассудков. Тогда давайте-ка вы уберете за собой и вернетесь устранять угли туда, откуда пришли. Мастер Фридрих из Оксенфурта провозгласил, что боги умерли. Религия – опиум для народа. Простой люд боится только религии и жрецов, а не богов. И страх этот заковывает нас в оковы мракобесия. Мы должны создать новую мораль или обойтись без морали. Делайте, что хотите, но я бы на вашем месте здесь не задерживался. Тут гули. И ты будь осторожен, ибо тот, кто долго сражается с чудовищами, сам становится чудовищем и... бездна всматривается в него. Студенты. Цирка говорить и людям показывать. Капитал, можно сказать. Заканчивайте с этим. Мы не станем слушать холопа на цепи у клерикалов. Мастер Фридрих из Оксенфурта провозгласил, что боги умерли. Религия – опиум для народа. Простой люд боится только религии и жрецов. Забавное представление, но мне что-то наскучило. Проваливайте отсюда и не возвращайтесь. А то что? А то позову инспекторшу из деканата. Репрессии! Бейте холопа режима! Такая страна, где таких, как ты, побольше.
Ах, как гнусный человек.
Медальон дрожит. Это место силы. Старика к ручью послать? А ну-ка, поймай чего.
чертовцы лезут отсюда. Лучше здесь все взорвать. Отпускай его!